Двойное убийство произошло в одной из квартир многоэтажки на улице Залесской. Утром 10 марта в жилом помещении нашли мертвой 30-летнюю женщину, а также ее маленькую дочь. В полицию сообщил отец женщины. Сказал, что он приехал сегодня посмотреть, что случилось с его дочерью, так как она не отвечала на телефонные звонки. И с ней не было никакой связи. Эксперты уточнили, женщину и девочку задушили. В преступлении правоохранители заподозрили мужа погибшей и отца ребенка. Его на тот момент в квартире не оказалось. По словам соседей, 27-летний мужчина в пятницу утром уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Спустя несколько часов белый Volkswagen, объявленный в розыск, нашли возле заброшенного элеватора. Обнаружили и тело подозреваемого. По версии полиции, он свел счеты с жизнью, прыгнув с одной из башен элеватора. Мотивы содеянного выясняет полиция. Она переживала, что он пришел с АТО, и у нее часто были мысли, что вот он хочет снова туда. Она часто ходила, плакала, но что именно, она никогда не говорила ничего. Она всегда все в себе держала. Вроде и он к ребенку хорошо относился, всегда и в садик забирались. Все вроде хорошо. Ну вот я говорю, а то, наверное, очень как-то сказалось. Еще одно самоубийство произошло вечером 8 марта на проспекте Героев Сталинграда. Там из балкона многоэтажки выбросилась 52-летняя женщина. От полученных травм она умерла на месте. А за день до этого с самой верхней точки колеса обозрения выпрыгнул 66-летний мужчина. По информации правоохранителей, пенсионер находился в кабинке аттракциона 1. Человек сел в кабину. Кабину, как всегда, закрыли снаружи. Кабины оборудованы такими запорами, которые просто так не откроешь. Над этим надо хорошо потрудиться, чтобы это сделать изнутри. Сейчас вообще даже непонятно, как у него это получилось. Версию технической неисправности аттракциона в дирекции парка Горького не рассматривают. Кабинки колеса обозрения сконструированы таким образом, что выпасть случайно невозможно. Закрывать. Замок закрывается снаружи. Все. Дверь не открывается. Ведется следствие по другому резонансному делу смерти 13-летнего подростка во время игры в футбол. На мальчика от сильных порывов ветра упали незакрепленные металлические ворота. Трагедия не только семьи этого мальчика, это наша трагедия. Могли оказаться любые. Тогда, когда скорая ехала, он еще был живой. Они что-то еще возились с Кириллом, что-то, может, то ли массаж сердца, врач к нему наклонялся, что-то. Потом уже через пару минут все. Родные погибшего винят в трагедии руководство администрации модульного городка, где произошло ЧП. Помимо несчастного случая, это понятно, это недосмотр, причем, можно так сказать, халатность преступная администрации городка, ну и руководство, которое это дело все видело. Случай, когда ворота падали, был уже неоднократно. Неоднократно администрация была проинформирована за то, что ворота падают. И тем не менее, никаких мер по этому поводу предпринято не было. В мэрии заверяют, площадку монтировали представители киевской строительной компании по заказу немецкой стороны. В свою очередь, генконсул Германии Вольфганг Мессингер заявил, после окончания строительных работ в декабре 2015-го площадку передали на баланс предприятия «Харьковспецстрой». Смерть подростка правоохранители расследуют сразу по двум статьям – умышленное убийство и служебная халатность. Внесение в единый реестр досудебных расследований было по факту, не в отношении какой-то определенной фирмы, либо в отношении определенного физического лица. По факту, потому как непосредственно усматривается состав этого правонарушения после установления фирмы, либо подрядчика, которая устанавливала, либо той организации, на которую было возложено обеспечение безопасности эксплуатации этого спортивного сооружения, тогда будет принято решение уже о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Выясняют правоохранители причины смерти 36-летнего мужчины. Растерзанное тело, которого обнаружила родная сестра погибшего в одном из частных домов на улице Зеленой. Предполагают, арендаторы жилого помещения натравили животное на владельца дома из-за долгов. Он поехал и обещал маме вернуться в 7 часов вечера, но он не вернулся ни в субботу, ни в воскресенье. И в понедельник утром мы его только обнаружили. Обнаружили именно растерзанное тело. Ноги покусаны были, лицо, глаза на выкат, все крови, кровь была запекшая, пролежать, наверное, это сутки, получается, вторые сутки,
Мы не знаем, когда это произошло убийство. Собака это покусала, не собака. Мы не можем ответить на этот вопрос, потому что никто не знает. Круг лиц сейчас уточняется. Точных данных по поводу аренды у нас нет, так как нет никаких документов, подтверждающих аренду. Поэтому круг лиц общения потерпевшего также устанавливается. Опрашиваются сейчас очевидцы, свидетели, возможные события, чтобы установить, чья могла быть собака, что произошло вообще на месте происшествия. Также правоохранители ищут причастных к совершению другого преступления. Среди недели 42-летний мужчина обнаружил в поле вблизи села Новоселовка Красноградского района обгоревший труп девушки. По данным полиции, смерть наступила в результате удушения. Сейчас устанавливается личность убитой. На вид ей было 20-25 лет. При жизни девушка болела туберкулезом. Юлия Семененко, Виктория Ивашкевич, Дмитрий Герасимов. Объектив «Неделя».